Драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись на сцене Самарского театра оперы и балета – премьера спектакля «Князь Владимир. Самарская страница». В 2018 году постановка шла на сцене Большого театра в Москве, и тогда в ней задействовали коллективы из трех городов – Самары, Екатеринбурга и Керчи. Но в этом году спектакль обрел новую жизнь. Наряду с именитыми звездами балета, народной артисткой Ильзой Лиепа и лауреатом премии «Золотая маска» Романом Андрейкиным танцуют воспитанники Самарского детского музыкального театра «Задумка». Найти такой коллектив, который бы смог справиться со всем объемом спектакля, потому что вы видите, какой он сложный, и актерский, и пластический, и эмоционально, надо было поискать. И мы сочли, что «Задумка» – это тот один из тех уникальных коллективов, который с этим может справиться. И мы очень рады, что спектакль собрался в одних руках, да, и он обрел свою новую жизнь, конечно, благодаря и президентскому гранту, благодаря и поддержке губернатора Дмитрия Чазарова. В прошлом году театр «Задумка» и Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» стали обладателями гранта президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому удалось создать творческую коллаборацию, а юные воспитанники «Задумки» получили возможность пройти серьезную школу. И режиссер, и балетмейстер, и артисты на сцене Ильза Марисон Ильепа и Рома Андрейкин, они же выкладываются по полной программе, они работают профессионально. Естественно, наши дети стараются соответствовать. Работа с такими высокими профессионалами и для наших детей, и для наших хореографов, конечно, это очень важно. Вот. И, конечно, для нас это определенная ступенька, на которую мы поднимаемся. В спектакле задействовано около 100 детей разного возраста, в основном подростки. Мурашки по коже с самого начала спектакля и до конца, все на одном дыхании, особенно на финале. Стоишь и прям чувствуешь всю эту мощь, эта музыка, эта хореография, все это нас очень сильно впечатляет. Мы очень рады, что именно нам такая честь доставлена танцевать этот спектакль. И очень этому рады и стараемся делать его на отлично. В течение года коллектив покажет 12 спектаклей на сцене театра оперы и балета бесплатно для 20 тысяч школьников. Увидеть постановку «Князь Владимир. Самарская страница» смогут не только зрители в зале, но и жители всего региона. Запись спектакля будет доступна в социальных сетях администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События.